крутим против него. А это удар и гол! Вот он, Льоренс Гомес! 3-2! Я хватаюсь за голову, это всех фантастика! Всех врасплох застал! Вообще, это просто вот сумасшедшее исполнительское мастерство. Ну, браво, Льоренс! И ведь это... ничего вроде бы сверхъестественного он не делает. Он просто поднимает мяч, подбрасывает и бьет поворот, но это делает он так, как, кажется, никто в мире как будто. Да, очень сильно и точно. Но это тот самый Льоренс, да, вот это тот самый, который... И помнишь, да, за ЦСКА в нужный момент мог просто забить вот такой же гол, сравнять там счет, не знаю.